Также Тимур очень часто вспоминает о докторе Давиде. Он говорит постоянно, раз 10-15 в день вспоминает. Говорит, что доктор Давид его друг. Говорит, что доктор Давид работает. Вот. Он пытается рассказать о докторе Давиде всем нашим гостям, знакомым. Вот. Он за день очень часто вспоминает вас. Также очень радует то, что у нас закончились истерики. Он практически не истерит, потом пытается все время разговаривать и просить то, что ему нужно, словами. Стоит на своем, повторяет свои просьбы много раз, может 5-6 раз сказать то, что ему нужно, но не истерит, а настойчиво требует, ну, как бы своего. Вот, еще одно изменение в поведении мы заметили. Раньше старший все время должен был находиться при Тимуре и никуда не отходить, находиться в одной комнате. Сейчас уже взрослый, там я или бабушка, мы можем отойти и быть в поле зрения на достаточно большое расстояние, или же можем в огороде от него уйти, и время от времени он нас подзывает к себе, и мы подаем голос, говорим, что мы рядом, и он уже не боится и спокойно дальше продолжает играть. У нас очень большие изменения, мы очень рады. Он повзрослел, нас очень радует, и это очень прекрасно. Мы так счастливы, что наш ребенок делает большие успехи. Это прекрасное чувство, когда ты видишь, что твой ребенок делает то же самое, что и обычные дети. Спасибо огромное, мы вам очень благодарны. Мы счастливы, что нам судьба дала такой подарок, и мы нашли вас. Спасибо большое.